Всем привет! В медицинских кругах рассказали, почему Армена Джигарханяна срочно доставили в больницу. У прославленного артиста обнаружили целый букет болезней. В среду вечером 17 января артиста госпитализировали прямо из его театра на Ломоносовском проспекте. В поисках подробностей журналисты связались с давним другом артиста Артуром Сагомоняном. Для всех нас все произошло совершенно неожиданно. За эти новогодние дни Армен Борисович хорошо отдохнул, был в прекрасной форме. Он даже отложил палочку, которую сам же и попросил меня купить. Практически весь день в среду он провел в театре, а когда вечером собрался уходить, пожаловался, что у него появилась сильная слабость. «Мы решили не рисковать и вызвали врачей», – объяснил приятель актера. Сагомонян опроверг информацию о том, будто Джигарханяну стало плохо с сердцем. Врачи сказали, что с сердцем у него все нормально. Может, это от инфекции. Он что-то подхватил в театре, горло болит, кашляет. С левой ногой возникает проблема время от времени, и сейчас появилась эта боль. С учетом букета всех его болезней, это опасно, поэтому врачи сказали, что лучше не рисковать. Надо отвезти в больницу, сделать томографию. С утра уже начнут обследование, цитируют Артура Сагомоняна журналисты. Работники СМИ умудрились разговорить и медиков, осмотревших Армена Джигарханяна. Скорая помощь госпитализировала Армена Борисовича из его театра в Пироговскую больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и вирус, передают журналисты слова источника из медицинских кругов. Сообщается, что у Армена Джигарханяна наблюдается общая слабость, но он в сознании.